Всем привет, ребята, с вами Акул, и сегодня я расскажу про топ-5 самых любимых моих скинов на данный момент. А спонсор сегодняшнего показа – Nice Drop, кейсы для лучших. Это то место, где вы можете открыть разные кейсики, из которых может выпасть разные крутые штуки. И давайте откроем кейс пика, что же мне в нем выпадет, а? Посмотрим. И... да, move it. Отлично. Ссылочка на сайт будет в описании. В общем, на 5-м месте расположился вот такой вот скин. Это Scar, кровавый спорт. Это недорогой скин, он стоит 100 рублей, ребят, но посмотрите, какой он красивый. Это просто пиздец. Ниндзя, даже без наклеек он выглядит очень пиздато. Да, на высокой графике он выглядит охуенно. Я люблю этот Скар, вообще Скар обожаю. Говорят, что это оружие силверов, но мне похуй. Мне серьезно похуй, я беру Скар и ебашу. Это одно из самых охуительных винтовок в этой игре, снайперских винтовок. И если выбирать между АВП и Скаром, то я бы чаще покупал Скар, но он дороже. Но когда есть возможности, я всегда стараюсь купить Скар. Он охуенно, ребята. В 4-м месте это вот такой вот скаут. Кровь в воде, ребята. Это скаут за 20 тысяч рублей. Да. На торговой площадке он стоит 1800 рублей. На торговой площадке. Но это не скрафченный Драгонлор. Но мне он очень нравится, этот скаут, потому что он сделан необычно. Мне нравится очень этот скаут, потому что здесь нарисована акула, а мой ник акул, типа я акула. Некоторые путают, но вообще мне это животное очень нравится. Акула — это как бы невымерший динозавр считается, и он просто никого не боится и жрет все подряд. И посмотрите, от него идет кровь, очень красиво. Следующая пушка в моем инвентаре на 3-й позиции расположилась эмочка М4А1С. Это на данный момент один из моих любимых скинов, и это одна из любимых моих эмок. Я не знаю, эта эмка вроде у меня прямо завод или нет, но она стоит на торговой площадке 2000 рублей. Да, вы скажете, пиздец, это дорого, но если сравнивать с Драгонлором или с другими скинами, например, если сравнивать с Вулканом, с Воем, с другими эмками, то это не так дорого. И эмка Икара есть, она не так пиздато выглядит, как эмка Золотые Спирали. Посмотрите, какой тут змей очень красивый, и он мне очень нравится эта эмочка, и она по-любому будет в моем инвентаре. Ну и на 2-й позиции АК-47 Огненный Змей. Это просто самый охуительный скин, почти самый охуительный на 2-й позиции. На 1-й позиции вы уже все догадались, какой мой любимый скин на данный момент. Но Огненный Змей мне очень нравится. Он в принципе, здесь есть все. И минимализм, то есть посмотрите на рукояти, их не изменили. Ну, это смотрится очень красиво. Красивый змей в стиле азиатского такого змея зеленого. Мне очень нравится, с ним очень комфортно бегать. Еще и статтрек. Все знают, что это дорогая пушка. Это как вы, например, купили BMW X6 и катаетесь по городу. Все знают, что это очень дорогая машина, и она такая бандитская. Это то же самое. То есть если у вас в руках калаш АК-47 Огненный Змей, то все тёлки ваши, нет, скорее всего, все парни ваши, вот, скорее всего, полотенец ваш. Давайте у полотенца спросим насчет мнения о калаше. Полотенец. Андрей, да, скажи свое мнение насчет АК-47, Огненный Змей, статтрек. Скажи, блин, когда вот, не, ну вот если серьезно, вот скажи, вот чувак зашел с АК-47, да, купил, ты сразу же видишь, что, понимаешь, что это дорогой калаш. Нет, я понимаю, что... В общем, ребят, давайте дальше продолжим. Ну и на 1-й позиции расположился мой любимый Драгонлор, который, ребята, я разыграю. Вы совсем скоро узнаете, где я его разыграю. Скорее всего, на Nice Drop'е будет специальный кейс, где случайному зрителю выпадет этот замечательный Драгонлор. Подробности вы узнаете попозже, но я думаю, это будет охуенно, если какому-нибудь подписчику снова достанется мой Драгонлор, как это было полгода назад. И снова я разыгрываю этот Драгонлор, и этот скин стоит просто
больших денег. 80 тысяч рублей на за реальные деньги, то есть это не на торговой площадке, 80 тысяч его сейчас на рынке продают. Это АВП, это, по-моему, самый дорогой. Не, ну, конечно, есть ножи. Ножи, конечно, дороже стоят. Некоторые сапфир, руби там или раби всякие. Но Dragon Lore это самый охуенный скин, который... Он мне не надоедает, серьезно. Иногда, конечно, меняю, иногда он надоедает, но все же кому-то достанется с моей подписью этот Dragon Lore-чик. Да, ребят, он охуенный, посмотрите на него. Ну, если ты видишь Dragon Lore, вот что ты, вот если видишь Dragon Lore, да? Если ты калаш видел, то ты сказал, дресня, да, там? А если вот чувак покупает Dragon Lore, ты сразу, ебать, это как увидеть Lamborghini на улице, да? Не, это как увидеть... Ясно. Всем спасибо, что посмотрели ролик, с вами был Акула Полотенец, ссылочка на его канал не будет в описании, так что не ищите, он будет писать долбанный комментарий, никому не интересный, вот, и напишите ваши топ-5 любимых скинов в вашем инвентаре, я почитаю, обязательно напишите, и если вы хотите, чтобы я дальше продолжал снимать такие ролики, ставьте лайки, я пойму, стоит ли мне продолжать подобные видео, выпускать топ-5 скинов, топ-5 нелюбимых скинов. Кстати, да, есть такая идея. С вами был Акул, пока. Я тебя замьютил.